Я не осознаю своих мотивов, когда пишу эту книгу. Когда мы точно знаем, что наши мотивы искренни? Только когда наши действия не являются частью нашей природы. Это самая ценная книга в собрании. Уникальное описание отношений врача и пациента. У меня колотилось сердце. Кровь бешено стучала в ушах. Ходили даже слухи о колдовстве. О проклятии, из-за которого женщины не могут нормально родить. Со мной говорят те, кого зовут мертвыми. Все, что мы так и не сказали друг другу, останется с нами. Вы не знаете, во что ввязываетесь. Расскажите обо мне и о мертвых. Не отнимайте у нас наши души. Он поверил этой дурной женщине и начал записывать ее видение. Смерть — это лишь дымовая завеса. Просто протяни руку сквозь дым, и ты найдешь тех, кого любишь. Когда мы можем быть уверенными, что наши действия выходят за пределы нашей природы? Только когда мы идем двумя противоположными путями одновременно. Книга духов.